Согласитесь, начало зимы – особенное время. Свежий морозный запах, предновогоднее настроение и чистый хрустящий снег, который, как правило, становится причиной многих ДТП. Мы решили составить топ самых опасных мест для автомобилистов зимой, а поможет нам в этом никто иной, как Батыр Артыков. Привет, Батыр. Здорово. Много было ДТП сегодня? Ну да, много. Покажешь, где? Да, поехали. Погнали. Обновленный перекресток 2.0 на улице на Октябре. Здесь перенесли пешеходный переход. И он очень был оживленный. Ну и сейчас тоже он оживленный. Но вот так как трафик как бы в горку есть, а трафик с горки нету, вот здесь ничего не посыпано. И он довольно-таки очень скользкий. Если вот так вот взять, сразу вот так тормозить, чувствуется, что работает антиблокировочная система. Машина, получается, идет накатом. И поэтому как бы разгоняться здесь, ну, крайне нежелательно. Да посыпка-то есть, по сути дела, просто она почему-то какая-то неэффективная. Сыпят, получается, просто в маленьком количестве. Не так, что бах, посыпал и не скользко стало. То есть посыпушка прошла, какое-то количество автомобилей проехало, и уже после этого все равно скользкость остается. У нас еще есть любители некоторые, которые до сих пор не переобулись, потому что снег, типа, выпал недавно. Снег выпал в конце ноября. Это самый поздний снег на моей практике. И все равно службы оказались не готовыми к этому. То, что снег все равно выпал неожиданно. Вот эта нижняя дорога на проспекте автомобилистов, она одинаково актуальна как в сторону кругового движения, так и со стороны кругового движения. И вот здесь вот такие вот накаты. Здесь вообще не посыпают никогда. Вот насколько я знаю, все вот эти выезды, прилегающие территории, различные промзоны, они вообще не посыпаны здесь. Всегда дежурят аварийные комиссары, потому что с завидной регулярностью здесь происходит ДТП по различным, то есть из-за скользкости, из-за того, что кто-то, вот, допустим, высовывает нос, вот, допустим, как этот автомобиль. И, ну, таких моментов очень много. С основного проспекта автомобилистов убирают, а с этого... Ты чё? Иди. У него знак, уступи дорогу. Он должен вообще всем уступить. Вот здесь тоже вот очень скользкий участок дороги. И сразу же пешеходный переход. Еще плюс знак дети. То есть то, вот он очень скользкий, даже я вот его покажу сейчас. То есть остановиться здесь крайне, ну, тяжело, хоть и посыпано. Здесь очень плотный трафик, всегда плотный трафик, и горит, допустим, зеленый светофор. Однако не совсем адекватный пешеходный переход, он нерегулируемый, и пешеход здесь может пойти в любое время. В такие скользкие времена, в скользкое время, только набираешь скорость, и сразу резко приходится тормозить. Наверное, даже это и хорошо, что у нас так много камер в городе. И все они ориентированы на скоростной порог до 50 км в час. Ну, Шишковка, она всегда как бы посылала, посыпалась. Так не очень. Здесь, как правило, вот этот вот участок дороги, он извилистый. Если, допустим, ты такой, опа, раз, бах, и соскочил на эту бровку, то тебя, скорее всего, развернет. Какие рекомендации можешь дать для водителей, чтобы не заносило, например? Самый главный враг автомобилиста – это скорость, скоростной режим. То есть ты не умеешь или тебе опыт не позволяет двигаться быстро, не нужно этого делать. Поэтому скорость, внимательность, отсутствие различных гаджетов за рулем. Все. Александр Зуев, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ. А если на полном приводе тебя повело в занос, ну просто нужно перекреститься